Привет! Иногда в магазине «Галамарт» попадаются недорогие, но достаточно качественные рыболовные товары. На сезон зимней ловли 2020-2021 годов магазин приготовил для нас следующие товары. Удочка для ловли на мормышку – 99 рублей. Леска зимняя – 30 метров, 0,16 мм – 79 рублей. Набор из трех грузов типа «Оливка» – 39 рублей. Набор из трех свинцовых мормышек типа «Муравей» – 69 рублей. Набор поводков для спиннинговой ловли – 10 штук по 79 рублей. Если вспомнить, что в фирменных рыболовных магазинах один такой поводок стоит минимум 30 рублей, то очевидна экономия. Для себя я приобрел два лавсановых кивка по цене 69 рублей. Производство, как ни странно, не Китай, а Россия. Также меня заинтересовала произведенная в Омске блесна типа «Змейка» для ловли окуня. Цена – 169 рублей. Взял попробовать и мормышки. Не вольфрам, конечно, но на ерша и некрупного окуня пойдут. А какие товары в магазине «Галамарт» выберете вы? Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!